прошла передача, но атака это не закончилась. Привет шайбу. Ну, затолкали, да? Затолкали, нормально. Здесь главное было не останавливаться и как раз додавить до конца. И это получается вторую шайбу на этом турнире, в этой серии. Забрасывает, хотел сказать, я Ткачев, но, может быть, в итоге-то Барбашов коснулся последним шайбы. Изначально начал Ткачев, не сумел сделать передачу. Вот этот момент, шайба вернулась к нему, он пошел в обыгрыш. Да, да, и это Иван Барбашов.